white lies. Kiss me in the corridor, but quick to tell me goodbye. You say that you're no good for me, 'cause I'm always tugging at your sleeve, and I swear I hate you when you leave. I like it anyway. Всем большой привет! В Паттайе сегодня просто прекрасная солнечная погодка, а у нас здесь идет разбор помещения для кондиционера, потому что я сейчас зашла на балкон и увидела вот такую картину. Грязновато, потому что здесь стояли коробки. Я когда-то изучала муравьев, и я знаю прекрасно, что если идут муравьи с крылышками и тащат яйца, значит, у них идет переселение. И вот оно, яйцо, смотрите, тащат они. И каким-то чудесным образом получилось так, что переселение шло к нам на балкон. Тут еще, смотрите, они тащат какое-то черное яйцо. Будем наблюдать за жизнью муравьев. Какой-то ужас происходит у нас здесь конкретный. И они все бегут и что-то делают. Да они матку потащат. Вот матку бы убить, тогда бы мы истребили муравейник. Макс пошел бороться. Надо было чехлы хотя бы убрать. Да чехлы-то ладно. Они. Заливается. Вон они, побежали. Офигеть, блин, я не почему. Видимо, их дом где-то затопляется. Сейчас бы вычислить, откуда они ползут. Смотрите, вот она, принцесска здесь бегает. И здесь ими просто кишит этот. Блин, новая конда. Какого черта? Тоже хотят жить в новом здании муравьи. Да, за чужой счет. За чужой счет. Ага, вот они вылазят, да, вот сюда надо еще залить. Если на тени, дай нам. Да. Истребитель. Анкбастерс. Сколько грязи сейчас на балкон все это кладется. Ну, будет наукой почаще убираться на балконе. Все, и пусть это вся грязь стекает, потом просто подметем. А Дюська у нас преданный мальчик сидит и смотрит, помогает. Макс пуфы развешивает. Сейчас заодно посмотрим. Дай. Куда они? Крестичек. Я только мешаюсь, я поняла. Куда я понесу? А, они меня кусать начали. Муравьи. Мамочки! Офигеть, их тут они спасают своих маленьких принцесс. Не спасли. Жесть, просто жесть. Так, мы их выгоним нахер. Маленькие принцессы. Ты утопил будущее поколение. Ну, я взял две штуки, чтобы они зарождали потом. Да это, Ной. Ной, да? Да. Построил потоп, но спас двоих. Да. Все туда. Все, хватит. Сбор пати на хате закончился. Не пытались. Я тоже. Но у тебя-то явно получилось больше. Все. И типа руки помыл, и типа пол помыл, и... Грязь развез. Типа молодец. Короче, прошло уже несколько часов, и у нас вода подотошла, но смотрите их сколько здесь. Подскажите, как бороться с муравьями народными способами? Мы уже не знаем, что с ними делать. Вот они все, вот они бегут. Вот откуда они выбегают, непонятно, потому что у них здесь какая-то тусовка происходит. Вот здесь они бегут по стеклу и все равно переезжают. Вот что с ними делать? Что, опять заливать? Лей, поливай. Я не дам вам размножаться. Вал уже заколебался заливать. Вообще очень странные муравьи. Причем это из того типа муравьев, которые не таскают у нас еду. Они просто живут с нами, как соседи. Быстро назад. Это бессмысленно, мне кажется. А уже вечереет. И снова седая ночь.
куда полез ты, ёб на конёк? А у нас сегодня был такой интересный день. На нас напали муравьи, а Максим их истреблял. Ел попки. Да. Смотрите на меня. На меня смотрите. Смотрите на меня. На меня смотрите. Хайкусики, лайкусики всем. Мы убрали фишай. Да, мы наконец-то узнали, как убирается фишай. Представляете, столько была у нас камера, и мы только узнали о том, как убирается фишай. Вот так у нас раздолбана она. Вот этой части просто нету. Кристинка уронила камеру. Хайкусики, лайкусики. Мы, короче, сейчас едем на Джантьен. Нам нужно будет быстрее приехать к Наташе. Короче, мы сейчас едем к Наташе Мир взять у них селфи-палку, потому что у нас не работает микрофон, а наш бокс, он перекроет все. Мы сейчас едем в сторону Джамтьена, заберем еще, надеюсь, таблеточки, денежку снимем, а потом встретимся с ребятами, и дальше вы узнаете, куда мы поедем. И начинаем вспоминать, что же такое снятие денег. Вставляем карту, отводим пин-код, переключаем язык на английский, нажимаем выдача, выбираем сумму интераккаунт, да, чтобы ее скорректировать. Максим все знает. Вводим сумму, которую нам нужно. Коррект. Вот, короче, и нам пишут то, что у вас будет комиссия 200 бат, поэтому мы соглашаемся, даже если мы этого не хотим. И у нас сейчас выйдут денежки. До 10 тысяч бат можно снять в этом банкомате, и комиссия одинаковая будет 200 бат. Это желтый банкомат АТМ Крунксри. Вот это, короче, чек. Это говорится о том, то, что вы можете получить в подарок бесплатную колу, либо маленькую пачку чипсов. Ну, вот он, этот чек у Макса вылез. Я пошел возьму. Вот написано, Макс у нас берет вот баночку колы, вот такую маленькую баночку и маленькую пачку чипсов можно. Либо то, либо это. Лейс потейто чипс. Макс вообще тут в шлеме разгуливает. Модный парень у нас. Это рейнджер. Power Ranger. Он отдает чек. И ему бесплатно сейчас колу. Кстати, пока там разбираются, вот эти маски коллагеновые, обалденные. У меня в Инстаграме есть фотка вот с этой масочкой. Мы сейчас заехали за таблетками, одна очень приятная женщина привезла нам, выручила просто нас. И мы сейчас находимся в Конто-Атлантисе, но я не могу не показать это. Меня прям этот холл впечатлил. Во-первых, здесь тихо. Ну, мы не можем показать всю территорию, мы сами даже не пойдем, потому что мы очень, как всегда, опаздываем. Но сейчас я вам покажу то, что здесь есть. Барная стойка офигенная. Ой, это стойка ресепшена же идет. А вот такой потолок, посмотрите. Он просто офигенный, мне очень нравится. А еще здесь морская тематика. И стоит такое судно. А это проект, я так полагаю, да, именно этого кондика. Посейдон. По-моему, это очень прикольно. Юпитер, и Аполло. Так тихо. Это эти боги. Боги. Посейдон, Юпитер, Аполлон, ага. Ну, а мы опаздываем, и нас ребята, наверное, уже заждались, поэтому мы бежим к байку. Оп! Мы бежим к байку. В Таиланде тоже бывает, смотрите, и лед, и снег. Долго и по-любому по пробкам. Конечно же, покемоны. Мы уже опаздываем на полчаса где-то, наверное. Мы ехали в пробке. Надеюсь, что ребята не сильно обиделись, и мы все-таки сегодня нормально все встретимся. Осталось дело за малым. Пройти через все ряды и через всех этих людей и найти ребят. А вот и фестиваль. Мы уже совсем близко. Так, где ребята? Где их искать? Вот татуировочки делают. Вон они. Мы их нашли. Привет. No.